Доброй ночи, Страж. Это экспресс-обзор статьи «На этой неделе в Банже» от 23 мая 2019 года. И вот что у нас из новостей. До выхода самой статьи Люк Смит обратился к игрокам с письмом, в котором рассказал главную особенность механики грядущего рейда «Корона скорби». Рейд станет доступен в 2 часа ночи с 4 на 5 июня. Для того, чтобы рейд стал открыт для вас, у вас должен быть завершен квест Power Surge, который появится также с ресетом. Вряд ли будет слишком сложным, но он поможет вам поднять уровень силы. Кроме того, с новым рейдом будет введена система Contest, которая будет работать в течение первых 24 часов с релиза рейда. Ее суть заключается в том, что на протяжении всего рейда у игроков будут серьезные проблемы вне зависимости от накопленного уровня силы. Другими словами, овергир не поможет и не будет работать. К примеру, на первом этапе уровень силы выше 700 единиц не будет давать какого-либо преимущества, а на финальном этапе уровень силы больше 720 единиц тоже не будет давать какого-либо преимущества. Если вы хотите закрыть рейд в течение первых 24 часов, то вам нужно накопить 720 уровень силы. Как подготовиться к рейду, смотрите видео на канале, которое вышло 23 мая. Лавочку ТЭС тоже ждут обновления. Поменяют интерфейс, добавят кучу нового шмота и позволят получить эмоции и предметы первого года, например, эмоут селфи. В Твиттере Bungie отдельно отметили, что после того, как игроки, которые пройдут рейд первыми, получат свои награды, разработчики начнут делиться более конкретными новостями о будущем игры и студии. Полная статья на английском языке доступна по ссылке в описании, как и в прошлый раз. С вами был Джонни Лейни и канал Triple Vibe. Счастливо!